Во вторник в Самарской области малооблачно, местами пройдет небольшой дождь, 18-20 тепла днем, ночью 13-15 выше 0. Ветер переменный, западный, северный, 1-3 метра в секунду. В Сызрани небольшая облачность, осадки в виде дождя, днем плюс 17, ночью 14 выше 0, северо-западный 3 метра в секунду. В Тольятти облака, дождь, днем плюс 17, ночью плюс 14 градусов, ветер юго-западный 1 метр в секунду. В Самаре малооблачно, пройдет небольшой дождь, плюс 18 в дневное время, ночью плюс 14, ветер юго-западный 1 метр в секунду, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 78%, температура воды в реке Волга 18 градусов, малая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.